Теперь о дорогах. Куда ж без них? Водители об оренбургских трассах теперь все чаще говорят положительно. Оно и понятно, ездить стало приятно. Пока не везде, конечно, но все больше и больше дорог теперь соответствует нормативам безопасности и комфорта. Еще бы, сил и средств для приведения трасс в порядок вложено много. В 2018-м в регионе в этом направлении действовали сразу несколько программ. Вот только некоторые из них. Безопасные и качественные дороги – еще один приоритетный федеральный проект, успешно реализованный в 2018 году в Оренбургской области. Приведено в нормативное состояние почти 195 километров дорог федерального, регионального и местного значения. В Оренбурге построено более 2,5 километров новых автодорог. Таким образом, сегодня соответствует нормативным показателям уже 64% дорожной сети Оренбургской агломерации. Всего на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году из бюджета всех уровней направлено почти 1,5 миллиарда рублей. Но строили дороги в Оренбуржье и по другим проектам. Обход Оренбурга. Федеральная программа развития дорожной сети. Строительство за счет федерального бюджета. 12 километров и часть шелкового пути строили 11 дорожных управлений области. Стоимость его превысила 4 миллиарда рублей. Транспортный коридор, соединяющий Европейский Союз, Россию, Казахстан, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, имеет стратегическое значение для интеграции национальных транспортных сетей, развития международного обмена и регионального сотрудничества. Создание единого рыночного экономического пространства. Хорошо, конечно. Очень хорошо. А это оценка жителей Тюльганского района. Там в 2018-м построили дорогу, соединяющую села Ташла и Городки. Длина 11 километров. Цена 152 миллиона рублей. Выделили из регионального фонда. Стоит отметить, все дорожные работы в Оренбургской области выполнены в полном объеме и в установленный срок.